Эдипресс Украина, добрый день. Это сегодня в компанию Эдипресс Украина спешат на работу более 300 сотрудников. 10 лет назад все было по-другому. В Украине Эдипресс появился 10 лет назад с покупки журнала «Единственное». Я работаю в компании 7 лет, руковожу этой компанией 7 лет. И мне очень хорошо помнится небольшой офис, где-то 120-150 квадратных метров максимум. 35 человек, которые работают с одним журналом. Такая семейная, мягкая, добрая атмосфера. Тогда я еще не думала о том, что через 7 лет это будет очень крупная компания, что нам придется занимать где-то уже 2000 квадратных метров, будет работать более 300 человек. Но издательский бизнес, он такой, собственно говоря, он интересен своим развитием. Единственное, в этой компании это корень и это ствол. Потому что все, что происходило потом, это было такими большими ветками. К счастью, не только ветки выросли рядом и другие деревья. Единственное и сегодня остается самым любимым журналом украинских женщин. Тираж составляет 265 тысяч экземпляров. На утренней планерке в редакции активно обсуждают темы рубрик следующего номера. Что будет модно в осеннем сезоне? Где отдохнуть? Как быть здоровой? Здесь точно знают, чего хотят женщины. Наша работа, она сродни какой-то, наверное, хорошего, качественного психолога. Женщине это нужно. Мы даем ей то, что, может быть, не дает ей ее ежедневная жизнь. Мы даем эмоции, мы даем разумные советы. Я надеюсь, что мы дарим радость. С чего начинался один из самых динамично развивающихся филиалов международной швейцарской медиакомпании Эдипресс Групп, хорошо знают в юридическом отделе. Первые свидетельства регистрации всех изданий надежно хранятся в кабинетном сейфе. Без юристов не відбулося б реєстрації самого підприємства, не відбулося б внесення і формування статутного капіталу товариства. Не відбувся би найм персоналу. С момента основания издательский дом запустил более 20 периодических изданий и специальных выпусков, общий тираж которых составляет около 25 миллионов экземпляров. И чтобы каждый из журналов нашел своего читателя, в отделе дистрибьюции трудятся с утра до вечера. Я вас слушаю, отдел дистрибьюции. Мы вас выручим обязательно, конечно же. Запланирован выход 8 номера. Сортировки отправлены, смотри почту. На Украине довольно сложно было бы найти место, где невозможно купить и всех наших журналов, или, по крайней мере, какой-то их части. Недавно простой подсчет показал, что годовой тираж наших изданий мог бы выложить дорогу от Ужгорода до Луганска шириной в 3 номера. Этот звук в коридоре узнает каждый сотрудник Эдипресс. Дядя Коля везет свежие издания. Журналы передает только из рук в руки и под расписку. А еще он может и замок починить, и шторы повесить. Одним словом, мастер на все руки. Без меня он никак. В бухгалтерии сегодня некогда и пролистать новые журналы. Тут готовятся к налоговой проверке. Деньги любят не только счет, но и порядок в документах. Если я через 15 минут не подпишу платежи, то наши покупатели, наши контрагенты не получат деньги. И сразу забегает народ и будет спрашивать, почему не заплатили деньги? Или, например, Вера сейчас готовит документы для налоговой проверки. Если проверка не пройдет успешно, то это будет тоже всех волновать. Чтобы финансы компании не пели романсы, не поднимая головы, трудятся в этом кабинете. Сегодня как никогда напряженный день. Подвести денежную черту под работой всех отделов не так-то просто. Сейчас у нас очень интенсивный период
то, что у нас идет как раз подготовка ежемесячного отчета, который показывает, что же мы, как мы сработали в июле месяце. Ну, в это время активная работа как раз по результатам с издательскими директорами, анализ результатов и анализ отклонений от бюджета. Активная работа уже началась в переговорной генерального директора. За этим столом сейчас определяют пути удержания позиции номер один в своих сегментах и стратегию дальнейшего развития. Взойти на вершину издательского дела сложно, еще сложнее удержаться на ней. Но эти люди точно знают, как твердо стоять на занятой позиции. Можете сами выбрать то, что вам, о чем легче рассказать или о чем вы хотели рассказать. Через этот кабинет прошли все сотрудники Эдипресс. Специалисты из департамента управления персоналом с первого собеседования знают, как отличить профессионала от дилетанта. В этих сейфах трудовая судьба каждого из сотрудников. Сотрудник проходит весь жизненный цикл. В Эдипресс не успели оглянуться, как твой малыш за 7 лет подрос, окреп и оброс новыми предложениями. Второе детище издательского дома теперь консультирует 90 тысяч украинских родителей. В 2003 году осенью мы запустили журнал «Твой малыш». Это был второй продукт Эдипресс. Ну и после этого, собственно говоря, мы очень интенсивно запускали по 3-5 журналов в год. Ну, темпы были, наверное, самыми высокими на рынке тогда, но был такой некий драйв. И то, что мы делали, нам нравилось, потому что было много еще незанятых ниш. На повестке дня в редакции сейчас обсуждают советы для хороших родителей. Тут не просто издают журнал, тут создают украинскую семью нового образца. Мы как бы активно участвуем в строительстве нового счастливого поколения. Я надеюсь, что это... Ну, я действительно это ощущаю как то, что мы... Это единственная возможность изменить ситуацию в этой стране. Мы активно и с большим удовольствием работаем над тем, чтобы помогать этим каждой семье сделать свою счастливую ячейку общества. Это единственная редакция в Эдипресс, где трудовой день начинают с включения телевизора. С пультом в руках сотрудники ТВ-экрана проводят весь день, иначе не проверить телевизионную программу. Голубой экран здесь не гаснет даже во время летучки. Тут уже знают, чем закончится нашумевший сериал. Мне кажется, что это самый важный показатель, когда даже твои же коллеги, сотрудники, ждут каждого свежего номера. И стоит только на стойке выставить номера, свежие номера ТВ-экрана, их тут же разметают. Телевизор смотрят все. И как бы кто ни говорил, что он такой эстет, он читает Кафку, не смотрит телевизор, поверьте, телевизор смотрит каждый человек, кроме тех, у которого просто физически нет аппарата. Водители успели уже мастерски объехать столичные пробки и вернуться за новыми маршрутами. Еще мгновение, и все они снова разъедутся. Кто навстречу отвозить сотрудников, кто из здания развозить или документы. Главное – успеть в пункт назначения вовремя. Минутка физкультуры для этой редакции – норма. Чтобы заботиться о твоем здоровье, нужно и свое поберечь. Прежде чем дать совет читателям, тут испытывают оздоравливающие методы на себе. Поэтому доверие растет и за океаном. Звонят знакомые из Америки и говорят: мы видели ваш журнал. Неужели это правда? Неужели вы уже в Америке? Вот мы уже в Америке. То есть это... Я думаю, не предел для нашего издания. Это очень здорово. В отделе маркетинга тем временем определяют перспективность нового проекта. Сначала плюсы, потом минусы. Выведенная формула успеха уже показала свои результаты. Когда он вышел, мы сделали наружную кампанию, очень широкомасштабную в Киеве. Мы поддержали его также на радио, на телевидении. Да, ну и плюс Майкл Джексон. В июне была как раз годовщина его смерти, практически в июне, в начале июля. И продажи этого номера выросли на 25%. Этим мы гордимся. Следующий грандиозный проект не за горами. День рождения журнала «Вива» Украина запомнит надолго. Сейчас работаем над 6-летием издания. Оно, 6 лет нам исполняется в середине сентября. Поэтому мы готовим очень серьезную рекламную кампанию. Плюс мы готовим один большой интересный инфоповод. Это будет новшество вообще на рынке медиа. Не могу сейчас сказать, что это, потому что это секрет. Журнал «Вива» уже успел прославиться самыми красивыми людьми Украины.
на одно из самых ярких и запоминающихся событий в Украине спускаются все звезды отечественного шоу-бизнеса. Такой мини-украинский Оскар. В 50-ку эталонов красоты уже попадали Анни Лорак и Святослав Вакарчук, Наталья Могилевская и Александр Шавковский, Тина Кароль и Савик Шустер, Владимир Зеленский, Настя Каменских и Константин Меладзе. К именинам готовятся и в самой редакции. Сентябрьский журнал должен стать лучшим из лучших. Возле макета не утихают споры, кого из звезд взять в этот номер. С поднебесными жителями здесь на короткой ноге. Мы с первых же своих страниц, с первых же номеров стали на короткой ноге со звездами в плане дружеских отношений. То есть мы не просились в гости, нас приглашали. Мы не подглядывали на свадьбе, нас туда звали как равных. Иди, моя хорошая девочка. Оп. Вот, такие у нас иньяньки живут. Только быстрее снимайте, потому что они сейчас просто улетают. За час до обеда в отделе цветокоррекции кормят офисных любимцев. Самый прожорливый в аквариуме – Садам. И снова за работу. Здесь в один момент могут перекрасить машину или одежду, сменить пейзаж съемки и сделать знаменитости еще краше. Журналы, они практически 90% составляют это фотографии. А мы их обрабатываем по цвету, делаем их лучше, красивее. Звезды наши все хотят быть молодыми. И морщинки убираем, всякие какие-то прыщи, я не знаю, часто нас просят, конечно, сделать грудь больше, талию меньше. Фотостудии над картинкой трудятся не менее щепетильно. Поймать нужный ракурс в объектив с первого раза не получается. Еще несколько вспышек, и рекламная продукция выглядит на все 100. Качество нашей работы напрямую зависит от качества продукции. Поэтому мы трудимся изо всех сил. Модель к фотосъемке готовят в соседней комнате. На первый взгляд обычные кисточки и косметика, но иногда они могут полностью изменить жизнь женщины. Когда к нам приходят женщины, обычные женщины, мы сделаем из них, даже нельзя сказать красавиц, а просто вот им показываем, как она могла бы выглядеть. И многие даже мне говорили после съемок, что они стали так одеваться, что они по-другому начали на себя смотреть. Макет страниц утвержден. В редакции журнала «Полина» сегодня долго выбирали, где опубликовать письмо читательницы. Женщина лично приехала из города Николаева в Киев, чтобы передать это послание в редакцию. Она хотела сделать сюрприз своему мужу, опубликовать в «Полине» письмо признания в любви, не просто так, а от имени своей дочки, Полиночки, трехлетней. Мне было очень приятно и тепло от того, что этому человеку я смогла подарить немножко радости. В кабинете после необычной гости радостное настроение. Да и плохого здесь не может быть. Тут нашли способ борьбы с угрюмостью. Вот у нас есть шляпа для хорошего настроения и большего креатива. Когда не хватает, мы ее одеваем и отлично себя чувствуем. Поклонниц журнала «Полина» в дизайнерском отделе уже выучили в лицо. Письма самых активных регулярно попадают на страницы журнала. 2004 году, да, у нас, кажется, да, вышел первый номер журнала, у нас победила, были призы, были конкурсы, и у нас победила некая Дулинова. Вот ее фотографии, лицо я четко помню, у нее было очень хорошее письмо, она получила приз, и с тех пор вот уже сколько, 6 лет получается, во всех журналах, нашей компании, в том числе и в нашем, не один раз. Она участвует, продолжает участвовать во всех конкурсах. В обеденный перерыв жизнь бурлит на кухне и в курилке. Не до обеда сейчас у редакции журнала «Приватный дом». Тут готовится к сдаче номера. Сегодня мы сдаем номер. Поэтому время очень тяжелое, горячее и сложное. Все заняты. Все злые. Но я надеюсь, что все будет в порядке. И сдача пройдет успешно. Не ночью, а в рабочее время. В коллективе любимая дача, обстановка накалена. Сдача номера тоже сегодня. Советы украинских агрономов главный редактор лично проверяет на своем опыте. Вот цветы недавно посадил. Мы создаем по-настоящему украинский продукт. И это очень важно, так как в своей работе мы учитываем
максимально потребности нашего читателя, наших дачников, а также климатические условия региона. Кроме того, мы работаем с украинскими специалистами, которые делятся своим опытом. В уютной квартире задержали дыхание. До сдачи журнала осталось несколько часов. Дизайнер обустраивает кухню. Редактор утверждает интерьер. Цветокорректор подбирает нужный окрас стен. Создавать уют не так-то просто. В типографии запустили новую страницу журнала «Мини Единственная». Нужно проверить, все ли краски легли правильно, иначе вся работа отделов предпечатной подготовки будет напрасной. Если наш отдел не проследит за дальнейшим производством, то работа того же дизайнера, цветокорректора, она как бы не будет видна. Потом нужно проконтролировать пальцовочный процесс, посмотреть на выпущенную обложку и бежать к конвейеру. Там упаковывают готовые журналы. На складе в это время разгружают готовые издания. Отсюда журналы разъедутся во все уголки Украины. В коммерческом департаменте ведут переговоры, но про что? Коммерческая тайна. Профессионализм сотрудников «Эдипресс» уже позволил компании занять позицию лидера среди издательских домов по изданию корпоративных медиа и медиа на заказ. На сегодняшний день пакет корпоративных СМИ издательского дома «Эдипресс Украина» насчитывает уже 6 периодических изданий. Среди клиентов такие компании, как «Lactalis Украина», «Клиника Изида IVF», «JT International Company Ukraine», «Чумак» и ДОО «МТИ». Мне нравится работать в этой индустрии, в этом бизнесе, потому что это развивает меня. Мне нравится более чем нравится работать с теми людьми, с которыми я работаю, потому что это тоже каждый день что-то новое, это какие-то постоянные открытия, какие-то находки, какие-то приятные сюрпризы. У специалистов из департамента продажи рекламы собрание. Тут хоть и весело, но серьезно. Как улучшить свои показатели? Когда-то давным-давно одна моя подруга сказала о том, что продавать это очень сложно. Ну как же это можно, когда ты приходишь, и тебя не хотят видеть, и тебя не хотят слышать, а ты тут рассказываешь о том, что им необходимо именно вот это размещение, именно в этих медиаресурсах. Я хочу сказать, что это очень интересно, потому что когда... у тебя за плечами очень сильный издательский дом, у которого большое количество тех журналов, да, спрашивать новых, да, и те новинки, которые появляются у нас каждый день, то ты с партнерами переходишь на совсем другой уровень взаимоотношений. Ты понимаешь, что им нужно, ты можешь предложить со своей стороны очень правильный медиаплан. Для этого кабинета пиар не нужен. Такой коллекции креативных вещиц вряд ли сыщешь на любом другом рабочем месте. Новые творческие идеи пиар-директор еще и реализует в журнале «Luxury Life», который за короткое время стал инициатором и полноправным участником резонансных светских событий. Издательский дом – это как муравейник. Каждый муравей знает свою работу. И действительно собралась команда профессионалов. За 10 лет очень интересный коллектив. Идти в ногу с техническим прогрессом – это задание для онлайн-медиа. Специалисты ежеминутно проверяют наполнение сайтов онлайн-журналов «Viva», «Твой малыш», «Good Parents», «Young Lady». Про героев журнала «Viva Биография» выпущены миллионы статей, записано тысячи интервью и написано сотни книг. Но здесь каждый раз смотрят на звезду как на человека и пытаются понять ее поступки. Для меня очень важны эмоции, для меня очень важна точка зрения. Может быть, она будет не всегда бесспорной для читателя, но она однозначно будет яркой, интересной и увлекательной. И, пожалуй, это самая главная задача, которую я перед собой ставлю как руководитель этого проекта. Чтобы написать «Для юной леди», нужно снова ощутить себя подростком. С
читательницами этого издания даже родители не всегда находят общий язык, но редакции всегда удается. Это аудитория, которая ищет себя, которая только пытается отыскать свое место в мире, разобраться. И мы очень стараемся им подсказать, не навязывая, а просто подсказать, возможно, они прислушиваются, потому что вариантов очень много. Для особенных клиентов особый отдел. Сотни писем ежедневно отправятся из этого кабинета в разные уголки Украины. Каждый рекламодатель должен увидеть, как выглядит его товар на страницах глянца. То, чем занимается компания, мы доносим до нашего конечного потребителя, до нашего читателя. В конвертиках наши журнальчики, которые мы рассылаем нашим корпоративным клиентам, которые размещают рекламу у нас. В детском лагере как раз время праздника. Вот уже 6 лет благотворительный фонд журнала «Единственное» с помощью собранных средств и других благотворительных взносов предоставляет реальную адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Детям-сиротам, людям с особыми нуждами, инвалидам, детям, больными лейкемией, малообеспеченным и многодетным семьям. И будем говорить про то, как, скажем, что такое композиция в дизайне, как его делать, на что обратить внимание. Самой масштабной социально-образовательной программой нашего благотворительного фонда является «Дорога к успеху», направленная на адаптацию воспитанников детских домов и школ-интернатов. Я говорю с тем, что мы не только делаем бизнес, но и занимаемся вопросами социальными в каждом направлении, кроме благотворительного фонда «Единственное», в каждом нашем сегменте есть какое-то социальное направление. Например, в издании для родителей мы отчисляем 1% дохода на различные программы. Также проводим номинацию «Золотое сердце». У нас есть программа «Энергоэффективный дом». Когда рабочий день в Эдипресс подходит к концу, в отделе IT не спешат домой. Подключить интернет новым сотрудникам, перемонтировать сломанный компьютер, провести телефонную линию и еще многое другое. Если до завтра не убрать неполадки, работа компании будет приостановлена. Без нашего отдела, наверное, не получилось бы ни написать статью, ни отправить какой-то счет, ни убрать грязную посуду на кухне. То есть каким-то образом мы задействованы во всех процессах. Вот. Мы очень рады, что мы можем быть вам полезны во всех этих вещах. И мы работаем иногда и ночью, иногда и на выходные. И все это для того, чтобы максимально упростить вашу работу. Весь этот огромный организм требует бесперебойного жизнеобеспечения. Офисные помещения, электричество, связь, автопарк, канцтовары, доставка воды, кофе и еще многое другое. Без этих людей в компании как без рук. Слаженная работа команды профессионалов – это и есть секрет успеха «Эдипресс». Благодаря каждому из сотрудников издательский дом доказал, что и в Украине можно создавать на европейском уровне локальные журналы. Качество изданий украинские читатели оценили по достоинству и голосуют своим кошельком даже во времена экономической нестабильности. Я бы хотела поблагодарить очень искренне всех, каждого человека, который работает в этой команде, потому что наша компания – это целостный организм, целостная система, и очень важно иметь на каждом участке человека или людей, которые понимают то, что они делают, верят в то, что они делают. Я очень искренне горжусь командой компании и считаю, что мне очень сильно повезло с теми людьми, с которыми я работаю. Ну, такой уровень доверия, который на самом деле намного больше, чем работа, но вместе с тем он позволяет делать очень серьезные вещи, просто чувствовать уверенность, что людям можно доверять. Это очень важно, особенно для руководителей.